טוב, אז מה שאמרתי בהתחלה, אני רוצה לדבר היום על יום כיפור. И как я уже заявил в начале, я хотел бы сегодня говорить о Йом Кипур. ולדבר על יום כיפור, למה באמת, והאם בכלל הוא באמת אקטואלי אלינו היום. И я хотел бы говорить о том, насколько он вообще актуален сегодня и почему он может быть актуален. לכל בן אדם וגם במיוחד למאמינים. А для всякого человека и в особенности для верующих. אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, למה אני צריך את היום כיפור, מה אני צריך תפילות האלה? Потому что мы часто задаемся вопросом, а что я вообще, зачем он мне вообще сдался этот Йом Кипур? Зачем мне эти молитвы нужны? גם ככה אני יכול לבוא לאלוהים ולהתפלל. У меня есть свободный вход к Богу, я могу в любой момент прийти и молиться перед ним. אז אני אנסה לענות על השאלות האלה. Я попытаюсь ответить на такие утверждения и вопросы. אבל באמת כדי להבין את המשמעות, אנחנו צריכים לחזור אחורה ולהבין בכלל את העקרונות של יום כיפור. Но для того, чтобы понять значение, мы должны вернуться назад и понять как бы основу того, что в чем заключается Йом Кипур. אז בואו אנחנו נפתח מספר ויקרא, פרק 23. ספר ויקרא, פרק 23. Какая-то книга. Левит. Левит, 23 глава. בכלל כל הפרק הזה הוא מדבר על חגים. Здесь что-то какое-то бочка есть. Исправьте, пожалуйста. כל הפרק הזה הוא מדבר על חגים. И вся эта глава, она говорит о праздниках. ואנחנו קוראים מפסוק 26. С 26 стиха мы читаем. Пожалуйста, исправьте, ребята. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרה קודש יהיה לכם, ועניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכם, עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמיה. כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל משבותיכם. До 31 стиха мы читаем с 26. И сказал Господь Моисею, говоря: также и в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера. Празднуйте субботу вашу. כשאנחנו קוראים את המצווה הזאת מאלוהים, אפשר לראות פה שני דברים חשובים. Когда мы читаем эту заповедь от Бога, то мы видим здесь две вещи очень важные. Это שתי עקרונות או שני תהליכים שאלוהים דורש מבן אדם. Два принципа или два процесса, которые Бог ожидает от человека. אז אחד הוא מדבר, ועניתם את נפשותיכם. И одно он говорит, смиряйте души ваши. והרבה פעמים אנחנו מדברים על צום. И во множестве контекстов мы говорим о посте. אבל יכול להיות שזה לא סתם לא לאכול משהו, אלא משהו הרבה יותר עמוק. Но здесь Бог говорит не о том, чтобы просто не есть что-то, поголодать немножко, но о чем-то более глубоком.
ואנחנו נדבר על העמוק הזה, מה זה באמת עניתם את נפשותיכם. Мы, поговорим сегодня, אבל это? הדרישה הזאת היא לכל העם, לכל האנשים, אולי אפילו בעולם הייתי אומר, ואומר את זה לדור, דורות, לנצח נצחים, לעולם. Но интересно то, что это требование, это вообще ко всему народу, во всех поколениях, до скончания века. כלומר, לכל הזמן, הבקשה הזאת это לא מתבטלת. На все время она не отменяется с повышением завета. Давара шени катув по кизеем кипурим гдели капер аль новшатехем. И дополнительная вещь, то, что здесь говорится, что это день искупления, чтобы искупить души ваши. Кломар еш эйзешу талих носав, шешам еш машу шемикапер алейну. То есть есть какой-то дополнительный процесс, который производит искупление над нами. אז מצד אחד אנחנו רואים, כלומר, את העם עצמו, משהו שנדרש ממנו, ומצד שני יש עוד איזשהו תהליך, שאנחנו נראה שזה קשור לכהן הגדול, שיש תהליך של כיפור. Итак, мы видим две вещи. С одной стороны, народ, от которого требуется поститься до скончания века, смирять души до скончания века, и с другой стороны, некий процесс, и мы потом посмотрим более подробно, который связан с искуплением, и там, он, там задействуется Коэн Агадоль, великий первосвященник. В аталиха зе шель кипур, убемет умаот хашу, в катувалав бе гам сефер вайкра, бе перек шешесре. И этот процесс искупления, он очень важен, и в книге Левит сказано также и в 16 главе об этом. וזה בעצם ממש הכי, דבר הכי חשוב, וזה הבסיס שעליו עומד הכל. И это самая важная вещь, и это тот фундамент, на котором стоит вообще все. ומה זה התהליך של יום כיפור הזה? И в чем заключается этот процесс искупления, дня искупления? דרך אגב, כתוב זה יום כיפורים, זה לא כיפור, זה כיפורים. Кроме того, обратите внимание, там не написано, в единственном числе написано יום כיפורים, то есть день искупления. ויותר מדויק זה כיסוי, כיסויים, משהו שמכסה אותנו. Если более точно быть, то это нечто, что покрывает, то есть... כלומר, יום כיפורים, день покрытий. Да. כלומר, משהו שמקפר את העוונות ברבים. То есть нечто, что покрывает вины во множественном числе. То есть, поскольку мы постоянно что-нибудь новое грешим, то есть это новое нуждается в покрытии. אז התהליך הזה הוא מאוד פשוט, ואנחנו דיברנו על זה פעמים רבות. И мы этот процесс очень простой, мы об этом множество раз говорили. יכול להיות שיש כאלו שלא שמעו, אז תשמעו עכשיו. Может быть, кто-то не слышит, так я повторю еще раз сейчас. אז כהן גדול היה בוחר שני שעירים מהעם. כאילו, העם היה צריך להביא שני שעירים זהים. Великий первосвященник, он брал от народа двух козлов. שהם היו ממש זהים. אי אפשר להבדיל ביניהם. ממש זהים. כמו תאומים. Они были как близнецы, братья. Их подбирали так, чтобы все были без порока, пятна. Абсолютно одинаковые, совершенно. אותו צבע, אותו משקל, אותם שערות. ממש זהים אחד לאחד. Та же самая порода, тот же самый цвет, тот же самый вес. Даже качество шерсти должно быть одинаковое, абсолютно одинаковые вещи. Аю зорким гораль. Бросали жребий. Вехада я нофель на Дунай, вашине нофель на Азазель. И этот жребий ну, над козлами. И один предназначался Господу, и другой Азазелю. אחד זה של אדוני היו צריכים להקריב אותו, והדם שלו היו מכניסים לקודש הקדושים ומשפריצים על ארון הברית ועל המזבח. И этот, который Господу, его приносили в жертву, его кровь собирали и вносили в святая святых и крапили жертвенник и что еще? Арон Абрит. И ковчег завета. Майя машмаут шель зе. В чем был смысл этого? Барон Абрит аю маю шам бифлим. Внутри ковчег завета, что там было внутри? Асерет на диброд. Десять заповедей.
זאת אומרת, יש מצוות מסוימים שהאדם הזה היה מחפר עליהם. То Мишу есть, это говорит о том, что вне зависимости, кто это совершил, есть определенные заповеди, которые эта кровь покрывает. Кломар, коль бы надам, бемешех йом, ходеш, шана, ухоте. Ну, скажем так, каждый человек в течение дня, месяца, года, он грешит, понятное дело? Лефамиму ая мави корбан бемаком, пашут. Митпалель, мевакеш слеха. Время от времени он приводит жертву на месте, жертву повинности, ее приносит, молится над ней и так далее. Авал арью арбе микрим, шеем пашут ло ивию, ваз йом кипур, а корбан шел асеир, а я мехапер аль кол ахатаим. Но естественно, что мы не можем на каждый чих нас, наш грешный, принести пожертвы. Да? Понятно, что какие-то жертвы остались непокрытые. И вот в Йом-Кипур покрывается все наши грехи. Шело асо там лефи мицвот шел Адунай. Асе вело асе. То, что было сделано противное заповедям Всевышнего. Акшав акорбан ашени асеир. Мы виим ото хай лефней акоэн. Второго козла его приводит живым перед первосвященником. Катув шезе сеир ле азазель. И это козел для Азазеля. В коин гадоль сам это ячело ла рош, в мамаш митваде аль кола авоно чела ам. И что делал великий первосвященник? Он возлагал руку на голову этого козла, и он признавался в грехах всего народа перед Всевышним. Гам авур отцму, гам авур мишпаха шло, ва авур кол бенадам ва бенадам. За себя самого лично, за свою семью и за весь народ, за каждого человека из народа. Ваз кол асеир азе, им кол ахатаим, им кол аванот, им кол апшаим, аю шолхим ото катув ле эрец гзера. И вот этот козел, который принимал на себя как бы все эти грехи, все эти вины, все эти преступления, он отсылался в землю, которая называлась земля отпущения. Кен, авал бемилим ахерот зе эрец шекилу газру ота. То есть, другими словами, это как земля, которая отделена, как отрезана, как будто бы. То есть... Мы ее не знаем. Это не про нас. То есть это земля, в которую сложно добраться, как бы нет и не надо туда. Арбе хокрим омрим, что это машу маком, что у маком им тума, маком, что у мерухак ми анашим. И есть комментаторы, которые говорят, что Эрец Гзира это очень удаленное место и нечистая, и туда невозможно добраться. Вамиля Азазель, амиля Азазель отцма, зе, еш кама пирушим лезе, валихад мем, шо зе шимот шель малахим шель нафлю. И есть разные толкования, кто такой Азазель, а одно из толкований это имя одного... Штей шимот, ше хибру там бияхат, шель шней малахим. Что это два имени, которые соединены в одно имя. Азазель — это имена падших ангелов. Вэм бэмэт аю, зэ кэлю мэдамэ лану это сатан ацмо, о шлихим шилу, о мэшартим ше... Они фактически представляют сатана. Это его посланцы, это его служители. וכתוב שבזמן המבול, זה בספרים חיצוניים, אלוהים לקח את המלאכים האלו ושם אותם למקום מאוד מאוד עמוק מתחת לאדמה ושומר אותם ליום משפט. И есть такое предание, что во время потопа Бог взял двух этих козлов и хранил... לא, שני סיים. את המלאכים שנפלו. סליחה, я... טוב. Он взял этих ангелов падших и хранил их глубоко под землей и хранил их до времени суда.
Кломар, а даем им немцаим шам. То есть до сего дня они все еще сохраняются там, у них есть определенное предназначение, он их хранит как и рождественского гуся. Вемаком азе замаком таме, везе бецем аэрца гзеразот. И это место, это нечистое место, и это вот то самое место, которое мы говорим эрец агзира, вот это удаленное место, нечистое, куда нам и не стоит даже сомневаться. Мы осим бафоль, мы виим это корбан, самим ото, это сыр, самим ото аля цук, везорким ото летегом. Как это в реальности происходило? Практически что делали? Брали этого козла, на которого возложена была рука первосвященника, приводили его к краю обрыва и бросали в бездну. Кломара теома за уба этим килю метаэр о медаме это амакома тамеазе, чем одмы рухак. Вот эта пропасть, эта бездна, она как бы олицетворяет собой вот это самое эрец гзира, вот это недоступное место, нечистое, куда и не стоит соваться. А шне дварим, баецем эхад цаир, ше адам шло нихнас ле кодыш акдушим, вешени, ше нишлах ле теом ле маком атаме. Итак, два козла, один посвящен Богу, и кровь его вносится в святая святых, другой посылается вот в это самое эрец гзира, вот это нечистое место в пропасть. А вот это алих, что коэн агадоль я осе, вот это алих шель кипур. И вот это то, что исполнялось великим первосвященником, и это процесс искупления. А вот барур лахем, что бенадам, кше уба, гам ему ви корбан, мамаш, тамим, корбан, бли дофи, зэра клём аспик, ки царих гам машу мимену, это чува, хазарабы чува, овидуй. Но недостаточно согрешившему человеку принести жертву, сделать все по правилам и принести его. Но очень важно исповедание своего греха и прощение, то есть прошение о прощении. Анахну арбе макумот роим бектувим, кше ам Исраэль мави корбанот, Мави минха, мави аколь, авал Элоим омер, ани ло роце лерот этзе, зе нимас ли лерот этзе, ани ло роце, ло хафец ютер бекорбанот шелахем. Мы не раз в Писании встречаем такие места, где Бог говорит, достали меня ваши жертвы, ваши многочисленные козлы и ваши эти различные жертвы минхи и прочее. То есть люди приносили их, не приложив к этому сердце. Омер, кодем тишану это левовод шелахем, тишану это драхим шелахем, ва аставиу ли корбан, ва ани кабелу то басимха. И он говорит, сначала измените свое сердце, сначала приложите сердце к тому, что вы делаете, а потом я с радостью приму ваши жертвы. Кломар, корбан бли видуй ве бли шинуй пними улёша ве клюм. То есть сама по себе жертва без исповедания о вине, без внутреннего изменения, изменения сердца, она не стоит ничего в глазах Бога. Вегам лаэфех, а ведущенха, вехазара бычува, бли корбан, гам лёшаве, зелё маспик. С другой стороны, твое искреннее стремление сердца и твое исповедание без жертвы недостаточно. Кикатов, они натати лахем дам аля мизбех, вы ближ фиха дам энслихат хатаим. Потому что написано, я дал вам кровь для жертвенника, и без пролития крови нет прощения грехов. А шней дворим мы от хашувим. То есть эти две вещи корбан очень важны. Корбан в видуй, шинуй, чува. Жертва и исповедание, и изменение, внутреннее изменение сердца. Земашая аз. Это было то, что было тогда. איך זה באמת אנחנו יכולים לקבל היום בימינו בעולם שהוא לגמרי השתנה? Как же нам воспринимать все это сегодня, когда мы живем в современном мире, модерные ребята? הרבה דברים אולי נראים לא актуальным בכלל. И многие вещи нам кажутся совершенно неактуальными. אבל יש דבר אחד שהוא נשאר ללא שינוי. Но есть одно, что осталось без изменений совершенно. Есть бета-харбе, а валихат бывадаут. То есть есть многие вещи, которые остались неизменными, но одна, ну, как бы
в этом нет никаких проблем. Так же, как и тогда, и сегодня люди продолжают грешить. Катув ба эляромим перек хамешесре, ба перек хамеш, катув шехет нихнас леулам дерех адам, ваавар леколя анашим. Написано, что через Адама грех перешел ко всему человечеству. Беглальзе куляну мамшехим ламут. И именно по этой самой причине все мы продолжаем умирать. Клумар ахет одан релеванти леколь бен адам. Анахну одан хотим. То есть грех, он как он и в Африке грех, мы все еще продолжаем грешить. Они роцели крогами перек шалош. Ромим перек шалош, не пасук тейша. Римлянам 3 глава с 9 стиха я хочу прочитать. ומדובר פה גם על יהודים וגם על גויים. כלומר, על כל בן אדם בעצם. פרק 3 מ-9. Значит, 3 глава с 9 стиха. И здесь говорится и о евреях, и о эллинах, о всяком человеке, который живет. אז בוא נקרא מ-9 עד 12. 12. От 9 до 12 стиха. Итак, что же? Имеем ли преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. אחר כך אנחנו גם קוראים בפסוק 23, כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים. В 23 стихе мы также читаем, что потому что все согрешили и лишены славы. כלומר, כל בן אדם שנמצא בעולם הזה, גם בימינו, כל אחד חוטא. То есть каждый человек, без исключения, которая который живет в этом нашем современном мире, он продолжает грешить. Хоте бы маасим шелану, бы махшавот шелану, бапе шелану. Грешить нашими устами, с делами, словами. Коль зе каям ве релеванти адайом. И все это существует, и все это актуально до сегодня. Ве зе ло мешана им ата гевер о иша, им ата ашир о ани, а им ата иуди о ло иуди. Кулям хотим. Нет никакого различия, если или ты мужчина, или женщина, богатый или бедный, из какого ты народа, все едино, ты продолжаешь грешить. Зато мэрит коли хад мейтану узакук ле капара, узакук ле корбан ве ле видуй. То есть каждый из нас сегодня, в наши дни, нуждается в жертве и нуждается в исповедании и изменении, внутреннем изменении сердца. Кломар, о там ж не дворим, корбан ве видуй. То есть те же самые две вещи, которые во времена отцов наших были актуальны, актуальны сегодня. Жертва и исповедание. С тем тагиду ли, рега, ма зе кашур ли корбан, эн лану бейт мигдаш, эн лану айом ло мы вим корбанот, аль ма там и дабер. Эк зе холи от актуали. И вы скажете, как это может быть актуально, когда мы не имеем ни храма, ни возможности приносить жертвы. Как это может быть? Дело в том, что на определенном этапе истории Бог изменил правила. У иви корбан ахер мушлам, лёк мо сеирим аэлю, или машу арбею тергадоль. То есть он не отказался от жертвы, но он принес совершенную жертву. То есть он как бы повысил уровень. Он принес совершенную жертву, которая может искупить всякого. В корбана зазе Машиах. И эта жертва Ишуа, Мессия. В корбана за упамехад валетамид. И эта жертва, которая принесена единожды и на все времена. אתם יכולים, אני ממליץ לכם לקרוא בבית את איגרת אל העברים. И я советую вам дома почитать послание к евреям. במיוחד, ממש מההתחלה, עד הסוף, אז אתם תבינו על הקורבן הזה יותר.
И от начала и до конца, и вы лучше поймете об этой жертве. Аваль карега ани роце ляарот лахем. Но сейчас я хочу показать вам. Миперек теша бегерет эля еврим. Из девятой главы послания к евреям. От кама корбан ше Элоим бахар обомет актуале веумедаме отам шней изим ше аю аз. Насколько эта жертва который избрал Бог, актуально, и насколько она близка к тем самым двум козлам, о которых мы говорили. Вы помните, один, кровь которого внесена в святая святых. С 9 главы, с 11 стиха по 14 стих. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Мессии, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Аз нахну роим, ше амашиах угам акоэн агадоль бемешкан шмами. То есть мы видим, что Машиах, Мессия, он Коэн Агадоль, великий первосвященник в небесном храме. И он входит в святая святых своей жертвой, принося свою кровь. И эта самая кровь, она покрывает всякого человека. Вазабемет домеле ото сир, шая мевим эт адам шело лекодеш акдошим бифним лемешкан. Напоминает нам того самого козла ле Адона, Господу, кровь которого была внесена в святая святых. Вемали габей а сир ле Азазель. А что относительно того козла, который Азазелю отправлялся? Йешуа гам, а Машиах агадоль, угам кием, это агбаля азот. И Иешуа, Мессия, великий первосвященник, он исполнил также, взял на себя и эту часть также. Кломар, им коля хатаим шеля ам, им коля вонот, им коля пшаим уярад шаоля. То есть, как написано, он взял на себя все грехи наши, подобно тому козлу, над которым исповедовались грехи первосвященникам всего народа, он взял это на себя и сошел в Шеол. Они родственники нахну не крами решена или Петрус перек шалош. Я хочу, чтобы мы прочитали из первого послания Петра, третья глава. Ми пасук шмонайсре и вейсрим. Шмонайсре с 18 стиха до. Адесрим. Шмонайсре чайсре эсрим. С 18 до 20 стиха. Потому и Мессия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв омерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал. Некогда непокоренным, ожидавшему их Божью долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». До. Ну, маспик. Стомерет, анахну роим по бемет кета, ше Шимон умаскир лану, ше ине Иешуа уярат чам лимата, леото маком, эфо ше коля рухот аэлю, малахим аэлю, эм нишмарим шам. Петр напоминает нам о том, что Иешуа сошел в то самое место, помните, Эрец Гзира, удаленное место, где сохраняются все еще вот эти падшие духи. То есть таким образом он показал на себе
параллель с тем козлом, который отправлялся к Азазелю. То есть он исполнил эту часть тоже. И это та самая жертва, которую избрал сам Всевышний себе. То есть это самая совершенная жертва, которую сам Господь избрал. И она совершенна, и она приносится однажды и навсегда. И она очищает нас. И всякий раз, когда мы хотим предстать пред Всевышним, она очищает нас. И вот мы видим, вот есть жертва. И она уже есть, и она уже существует, но дело в том, чтобы ты ее принял. Потому что есть множество людей, которые все еще не приняли Иешуа как Мессию. И, соответственно, не приняли его как совершенную жертву. То есть у тебя нет никакой возможности и никакого другого пути получить спасение и искупление без этой самой совершенной жертвы. Ты можешь быть бенадам хи таор шебеулам, им мицвот работ, им атфилот шелха, аваль зе ло маспик. Ты можешь быть самым светлым, самым чистым человеком на этом мире, со своими молитвами, со своими заповедями, но этого недостаточно Богу. Есть сипур маньен аля Корнилий. И есть интересная история в Новом Завете о Корнилии. Катув, шуая бенадам цадик, шуая мви амон тфилот лифне Элоим, а я олег бедаркей Элоим. Написано о нем, что он был праведник, что он приносил множество молитв, что он творил много добра народу, то есть Израилю. Он был римлян, я хочу напомнить. И это то, что требуется от нас. И Бог посылает к нему ангела и говорит: Корнилий, это все классно, то, что ты делаешь. Это я доволен просто вот до сих пор. Но этого недостаточно. И поэтому ты нуждаешься в том, чтобы принять Иешуа Мессию. Азим ло кибальта зо дерех. Им ло кибальта эт Иешуа зо дерех ликабель капара рак дарко. То есть, если ты не принял Иешуа как Мессию, как совершенную жертву, у тебя нет шансов других. То есть только он путь, по которому ты можешь прийти и быть искупленным и очищенным. Рубам мейтану кибальну от Иешуа безманейну. И большая часть из нас в свое время приняли Иешуа. Вейна нахну шаолим эт ацмейну, а им бэмэт, ина еш лану корбан, ма ала, ма им йом кипуразе. И вот мы сидим и размышляем сами себе. Но жертву мы приняли, как бы искупление получили. На кой нам этот Йом-Кипур теперь уже? Я хочу задать вам вопрос. Если вы не торопитесь только, я знаю, что все мы знаем правильные ответы, но если вы вдруг не проснетесь завтра или даже сегодня, кто из вас уверен в том, что он непременно попадет, будет с Богом, а не в другой части, о которой мы говорили, что не надо нам туда? Поднимите руку, пожалуйста. Тариму, ми батух. Кто уверен? Неправильный ответ сейчас спрашивается, а ваша уверенность? Эн лану арбэ дайм. У нас есть один, но этого, его надо за формалин поместить и показывать. Нет много рук здесь. Почему? Потому что мы думаем, ой, может быть, все-таки я не настолько достоин, как вот прямо о святых написано. Может быть, я что-то сделал вот вчера или позавчера, или может быть даже минуту назад, и у меня нет уверенности. Но это не то, о чем говорят Писания.
Это говорит о том, что нам многим недостает веры. אבל מצד שני אתם צודקים. Но с другой стороны, вы таки да, правы. А там יודעים במה אתם צודקים? Чисто еврейский подход. Там יודעים במה אתם צודקים? И в чем же вы правы? כשכולנו גם מאמינים עדיין חוטאים. В том, что мы, будучи верующими, все еще продолжаем грешить. יש לנו משיח, אנחנו מאמינים בו. אנחנו מנסים לעשות טוב, אבל אנחנו עדיין חוטאים. У нас есть Мессия, мы верим в Него, мы стараемся делать хорошо, но получается, как всегда. וזה ממש כתוב באיגרת אל יוחנן, באיגרת ראשונה אל יוחנן, אני מאוד רוצה שאנחנו נקרא פה. И это то, что написано в первом послании Иоанна. מפרק ראשון. Я хотел бы, чтобы мы прочитали из первой главы. Ми пасук шмоны. Шмоны тейша эсэр. С первой из Евангелия, да? Лё, эгерет Йоханан. Послание. Ну, первый. Не Евангелие. Ну, первый Иоанна. Третья так, глава. Третья. Первая глава, извиняюсь. Первая глава с восьмой, девятый, десятый стих. Первая глава. Вот так. Чуть не согрешил. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. הפסוקים האלו הם מכוונים אלינו, לאנשים מאמינים. Эти слова обращены к верующим людям. לאלו שיש להם קורבן, הם קיבלו את הקורבן. הקורבן הזה התקבל על ידי אלוהים. Это обращено к тем, у которых есть жертва. Именно те люди, которым Бог подарил эту жертву через Иешуа Мессию. אבל כתוב פה, תשימו לב בפסוק 9, אם נתוודה על חטאינו, אז הוא יתאר אותנו. Но обратите внимание на то, что написано в 9 стихе. Если мы исповедуем грехи наши, тогда Он очистит нас. כלומר, יש קורבן, הוא מתאר אותנו, אבל אנחנו צריכים לבוא ולבקש סליחה. То есть есть жертва, она очищает нас, но мы должны прийти и исповедовать наши грехи и попросить прощения. יש בתהילים פרק 31, דוד מתפלל שם. 31-м псалме Давид молится. Омер, они экзакти, это хэтчили бифним. Я содержал... Лё дебарти алав. Я удержал свой грех внутри себя, я не исповедовал его. Вазаяли мод каше, иргашти мамаш, и вот маса кавед балиби. И вот почувствовал большую тяжесть на моем сердце. Квар лё ехольти, лё едати, эх литнаэг. И я не знал, как себя вести. אבל כשפתחתי פיו לאלוהים, но когда я открыл свои уста, והתוודתי על חטאי, и исповедовал свои грехи, אלוהים ניקה הכל, Бог очистил все, הרגשתי קלות, я почувствовал облегчение, להתוודות על חטאים, исповедовать свои грехи, זה עדיין актуально לכל גם בן אדם מאמין, это все еще актуально для всякого верующего человека, גם לא מאמין, וגם לא מאמין. И также для неверующего человека, но особенно для верующего человека. В БЦДК там я холим лягит, окей, есть лану Иешуа, а нахну я холим лаво лифанав, коль йом бахаейну, лимани царих аданет йом кипур. И действительно, вы будете правы, когда вы скажете, у нас есть Иешуа, совершенный жертв, искупитель наш, я могу к нему прийти каждый Божий день среди года, зачем мне особенный день, который называется йом кипур, чтобы в него прийти тоже. А бояш атем цотким, авал анахну ло тамид осим эт зе. Мы уже говорили немножко об этом, что и в древние времена человек мог приносить жертвы за тот или иной грех, но не за всякий грех он, не за всякий грешный чих он приносил жертву. И да, вы правы, когда вы говорите, что все это есть у нас, но мы не, далеко не всегда это делаем.
Я хочу дать вам очень ясный пример, который прояснит все. Так шиву, ешь бы надам, что роцелит кабель университета. Вот подумайте о человеке, который хочет поступить в университет. Ешь мифханим меод меод кашим. И есть очень тяжелые экзамены там. וזה דברים ממש актуальным. И это очень актуально. Ба аба шило, ומשלם למישהו שם כסף בצד. Это у нас так? בכל מקום. И некоторые утверждают, что это во всяком месте, что приходит его папа, вот этого абитуриента, и он находит нужного человека и вкладывает ему в карман определенную сумму. ואז אומר, אין בעיה, הבן שלך בטוח יתקבל. И тот человек говорит, да-да-да, я вижу, какой ваш сын талантливый, и он непременно поступит везде. Клумар шулям квар, а коль шулям. То есть все оплачено. Баба хуразе, омар майх патли мя мифхани. И этот абитуриент, наглый юноша, приходит и говорит, у меня все оплачено, и он приходит на экзамен, и он считает, что это чистая формальность. כלומר, הוא מתחיל כבר לזלזל במבחנים, בהכנות, לא אכפת לו, הוא יודע ששולם. И он уже не готовится, ему наплевать на все эти экзамены, и он ножкой открывает дверь в экзаменационный, потому что папа его заплатил. הוא יכול להתכונן, אבל לא כמו שהוא היה באמת מתכונן, אם לא היו משלמים בשבילו. Может быть, он даже где-то готовится, но так. Для проформы он не настолько готовится, как если бы он знал, что он будет принят только по тем знаниям, которые он откроет. И иногда такой абитуриент, он очень напоминает нам самих себя. Мы знаем, что за нас уже заплатили. И у нас уже есть комната там на небе, только получить номерок осталось. ואנחנו מתחילים לזלזל ביום-יום שלנו. И мы начинаем пренебрегать каждодневным нашим хождением перед Богом. אני לא מדבר על זה שאנחנו מתחילים עכשיו לחטוא, לא אכפת לנו, לא. אני מדבר על זה שאנחנו כבר פחות מתייחסים, פחות יש לנו אולי יראת אדוני. Я сейчас не говорю, что мы начинаем грешить направо и налево, и хамить, и наглеть. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что мы уже... перед Богом мы теряем страх Божий, и мы перед Богом, мы уже договорились обо всем, все. Анахну поход боим элав бетшува, лифанав бетшува. Мы уже меньше приходим к Нему, чтобы исповедовать наши грехи. А ты маскимим эти? Вы согласны со мной, или это не про вас? За коре, а не люди, за тиви, за коре каха. Это происходит, это естественно, так получается. Есть ли хайздамнут лаво кольем? Есть корбан, умитаер того тагид эйнбая? У тебя есть каждый день возможность прийти, и каждый час, и каждую минуту. Только почему-то мы не находим время на то, чтобы прийти такие и принести ему жертву хвалы и исповедовать грехи и так далее. Бедюк месиба азот еш йом кипур, йом миухад, шелуим бахар. И это одна из причин, почему Бог избрал конкретный день, чтобы вы сосредоточились и сделали то, что нужно сделать. יום מיוחד שהממש שערי שמיים פתוחים במלואם. И это особенный день, когда врата небес просто распахнуты. יום מרוכז שאנחנו לא נחשוב, יש לי זמן, אין לי זמן, שאלוהים בחר, מקדיש את הזמן הזה, בדיוק שאתה תבוא לפניו. Что это время, особенное время, которое Бог посвятил для того, чтобы слышать тебя и принять тебя. Анитим эт навшотехем. Чтобы вы смиряли души ваши. Можно вопрос из публики? Да. Если так, если у нас есть Йом-Кипур, может быть, нам каждый день не стоит заморачиваться, ждать одного дня в году и прийти как следует покаяться? Ответ из публики. У нас вот, умные люди, вот поэтому Фрайм. Женщинам сказано не учить. Вот. Это Хаварим, они агид лахэм машу. Это шутка. Был ответ из публики от одной очень мудрой женщины, которая сказала, откуда ты знаешь, завтра ты проснешься или нет, доживешь ли ты до Йом-Кипура вообще. Катув, шагам им ешлану корбан.
написано, даже если у нас есть жертва, что и мы гарантированно знаем, что она принята, уже принята Богом. Аваль катув, аваль им ата мамших лахто безадон, ло нишар йотер корбан. Но написано также, что если ты произвольно продолжаешь грешить, то есть ты решаешь, у меня есть Йом-Кипур, я буду сейчас вести себя как это самое, то тогда не остается жертвы за грех. Ведам уквар ло мехапер отха. И это кровь совершенной жертвы уже не покрывает твои грехи. Векатув ше маши мехакелеха, мишпат арбе йотер хазак мима ше ая баар Синай. И написано, то, что от тебя ожидает, это гораздо более строгий суд, чем тот, что был у горы Синай. Кломар адайн еш дриша, ше анахну ниталех кмо ше царих, к душим лифней Элоим. То есть вот это требование, которое получили отцы наши в Синайской пустыне, оно остается для нас, чтобы мы праведно ходили перед Богом каждый день. Аз анахну ивану, ше Йома Кипурим, Уадайн релеванти, а вурколи хадмитан, а вурколь бы надам маамин, вэлё маамин. То есть мы пришли к заключению, что Йом-Кипур, судный день, вот этот день, он релевантен, он актуален для всякого человека, неверующего и верующего также. Вэма баэцэм практи, улай нидраш мимэни, байомазэ. Аль мани царих литпалэ, аль мани цих ласот. И что практически требуется от меня в этот день, о чем я должен молиться или не молиться, что я должен исповедовать. Вэзэ бэцэм маша не роце лягид, улай гам титпалэлю байом кипур, аля носима элю. И я хотел бы предложить вам, когда действительно придет этот день, и даст Бог, мы доживем до него, чтобы мы молились на эти темы. Аз анахну цехим ласот хишбон нефеш шилану, им ацмейну ваимул Элоим. Чтобы мы проверили наши души, то, как внутри себя мы видим перед Богом. Эх анахну омдим лифанав, ма бэмет мацав шилану айом. Каково наше положение, каково наше состояние перед Богом сегодня? Ма бэмэт айома эмуна шелану. Какова сегодня наша вера? Улай не трахакти ми Элоим. Может быть, я отдалился от Бога? Улай эти бэмэт йотер боэр пам. Может быть, я был пылающим и пламенеющим когда-то? Улай не немца бэтоха хэт. Может быть, я нахожусь в грехе? Вани царих шинуй, ани царих ведуй лифна Элоим. Я нуждаюсь в исповедании и в изменении. Ма коре улай ани хатати муль мишу, муль бенадам, ло муль Элоим, муль бенадам. Может быть, я согрешил не перед Богом, а перед человеком. Еш улай мишу ше коэс алай меод, вани юдеэдзе. Может быть, кто-то сердится на меня очень сильно. Я знаю об этом человеке. Киасити ло машу давка. Потому что я сделал ему что-то. У меня записано все, что я ему сделал. Я холи оча ани. Коэс аль мишу. Может быть, я сержусь на какого-то человека. Вазулай зэ зман тов лавов или даберэто. И это хорошее время подойти и разговаривать с ним. Аз давай решон. Тасу хишбон нефеш муль Элоим, муль анашим. Проверить состояние своей души перед Богом. А давар шени пошук титпалилю ша аяхас им Элоим уитхазэк. Чтобы вторая тема, которую я предлагаю, чтобы наши отношения с Богом укреплялись, становились все крепче и сильнее. Я хочу сказать также и нашим юношам и девушкам. Яхас им Элоим, титпалилю альзе. Отношения с Богом, молитесь об этом, живые отношения с Богом. Я холю, че еш зман. Ше ахаверим шилахем меод меод машпиим алехем, ваяхас им Элоим, ират Адунай, пашут бихлал неилам квар. И может быть ваши друзья, тех, с кем вы общаетесь, подружки, друзья, они влияют на вас, и постепенно вы не замечаете, как вы удаляетесь от Бога. А икронот шилахем улай квар иштану. И может быть ваши принципы, ваши стандарты Божьи, они как бы размыты для вас стали. Может быть, они уже давно просто стерты, и тебе уже как бы не важно вообще. Молитесь об изменении.
Титпалилю авур ам Исраэль. Молитесь также за весь наш народ Израиля. Шекмоше шарну альйом. Как мы пели сегодня. Эм црихим гам армонам нашим, гам баарец, гам михуц лаарец, шелуим ифтах эт айнайм шелаем. Все они и в нашей земле, и по всему миру, и в Галуте нуждаются в том, чтобы Бог открыл их глаза. Эм хаявим, эм црихим, эм скуким ле корбан азе. Они нуждаются в этой жертве. Эм баим мавим амон тфилот. Они приходят и приносят множество молитв. Осим виду я вальхасер корбан. Они исповедуют свои грехи, но им не достает жертвы. Титпалилю авурам шелам. Молитесь, чтобы Бог показал им эту жертву. Титпалилю авурам аля хатаим аглобалим шелам. Молитесь о грехи нашего народа, о грехи нас как народа в целом. Шайом аяхасим ше роцим лихатен шней гварим. Что наши принципы, которые заложены в Торе, мицвот, который дал нам Всевышний, они пренебрегаемы и уже возрастают все больше и больше в нашем народе либеральные требования, чтобы два мальчика могли пожениться, две девочки могли пожениться и так далее. Зе машу ше Элоим соне. Это то, что Бог ненавидит. Но наших детей так учат сейчас в школе. Это либеральный подход. Это значит быть продвинутым. Молитесь о том, чтобы это изменение произошло. Чтобы, вот, чтобы люди поняли, что в этом ошибка. А уля моем кольках иштана пам ло ая бенадам эхад. И этот мир настолько изменился, что если сравнить с древностью, в древности вообще не было даже одного человека, который был бы атеистом. Другое дело, кому он поклонялся там, единому Богу или своим идолам и так далее, но он был верующим человеком. Все сейчас перевернулось. Есть много людей, Шемло мудаим, ше Элоим убореулям. Есть много людей, которые вообще не задумываются о том, что есть Бог на небесах, который тот, кто сотворил все это. Аститпалилю авура хилониютазот, негида хилониютазот. Против вот этого атеизма. Зе атфилот шани хошев меод релевантиот лану. Я думаю, что это те темы для молитв, которые очень релевантны для нас сегодня. Викмоше Рами Диберайом, ешлану самхут лишанот это дворим. И то, что Рами сегодня говорил, у нас есть власть от Бога изменять эти вещи. Вимонахну к могуф и хад. Если мы как единое, как единый организм. Яхадима амшлану нитпалель. Вместе с нашим народом будем молиться. Бьемами ухадаза, в этот особенный день, когда небеса открыты для всякого верующего, для всякого неверующего, для всех. Я Элоим яхоли холель шинуй. Бог может принести это изменение. Я хочу закончить молитвой. Аба, Отец наш. Анахну модим ша давар шелха онер лереглейну. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово — это свет для наших ног. Вани от памет палель, тазор лану, ше маши лама одно айом, зайканес бифним амок-амок вишане отану. Я молюсь о том, что то, о чем мы учили сегодня, чтобы это вошло внутрь нас глубоко-глубоко, и чтобы это произвело в нас изменения. Тазор лану, баямим акровим, вебайом кипур бамиухад. Помоги нам в ближайшие дни и особенно в Йом-Кипур быть близкими, искренними с тобой. Мы благодарим тебя за жертву Иешуа. Я сейчас молюсь за тех людей здесь, которые не приняли Иешуа. Они могут стоять там, где они стоят, и просто произнести эту молитву вместе со мной. Аба, тислахли. Отец, прости меня. Они мы роцели кабелит Иешуа, ки машиах шили, ки корбана вори. Я хочу
принять Иешуа как своего Мессию, как совершенную жертву. Ки рак дарко еш Иешуа. Потому что только через Него есть спасение к всякому человеку. Тишане оти. Измени меня. Тишане это хаим шели. Измени мою жизнь. Шани ихье бешвилха. Чтобы мне быть и служить. Тималеоти беруах шелха, ветадрихоти бедереха хадаша азот. Наполни меня твоим духом и веди меня по этой новой дороге. Ани митпалель бешем Иешуа Машиах. Я молюсь во имя Иешуа Мессии. Ваба, ани мевакеш авур коль бенадам маамин. И я, Отец, прошу о всяком верующем человеке. Анахну гам модим авур Иешуа корбан шелану. Мы благодарим Тебя за нашу жертву, которую Ты дал нам, Иешуа Мессия. Шата квар бахарта бану мизман. Ты уже давно избрал нас. Ванахну гам скуким лехазара бачува. И мы нуждаемся в покаянии. Анахну скуким лехидуш. Мы нуждаемся в обновлении. Тихадеш, тихадеш это яхасим шелану, Аба. Обнови наши отношения с Тобой, Отец. Как Иешуа однажды молился за своих учеников. Чтобы они были едины, и чтобы они были едины с тобой, едины между собой и едины с тобой. Мы хотим быть едины с тобой, едины с Иешуа. Тен лану коах литгабер аль коль хет. Дай нам силу превозмочь всякий грех. Тен лану коах литгабер аль коль мацав каше бахаейну. Дай нам силу превозмочь всякое тяжелое, всякую тяжелую ситуацию, которая происходит. Тен лану коах литгабер аль ашпаа шель ахарим. Дай нам силу превозмочь влияние других людей. Где лацет влиет к душим лефанеха. Чтобы выйти в твой свет и быть святыми пред тобой. Анахну модим леха. Мы благодарим Иешуа. Тебя по имени Иешуа Мессии. Векулям эмру. И все скажут. Аминь. Аминь.